не будет активен, наверное, не зайдет. Да, мужик едет с цветами, такой встал, руки развел, такой потерянный стоит вообще. Маску, которую надевал, не знаю, при мне он уже просто хач низкий, с цветами, такой в ахере стоит. Он что-то там поднимает, я еду, блядь, чуть-чуть не снес. Едет. Я заснял! Я заснял! Я заснял! Yeah.
Там бревно надо объехать. Ну, там видно само. А нет. Ага, там яма. Лицо все грязное. Так, возвращайся назад, еще раз пробуй.
Саня! Саня! Непонятно, блядь. Ты кричал, я бы газку дал и перелетел, блядь. Я ее уже рванул. Ты же опять залила. Как это выглядело, как будто я дернул, а он постывает туда. Ой, блядь. Дальше в яму следующую. Шлем убери. Хорошо, что убрал. Газуй, газуй. Стой, стой, стой. Начинается вот. Контента мало было. Вот нельзя было просто взять и не ждать. Давай просто поставить. Стоп, стоп, стоп. Еще один. Только ты не упади третьим, пожалуйста. Надо было, конечно, кадрик украсить. Давайте спали потом. Помочь? Давайте подложим ладоки. Ладно, короче. Убегает, тут в яме лежит уже. А ты снял? Ну да. Ну да. Давай второй раз. Аж песок сыпется.
Я снимаю, давай контент жди. Ты, блядь, смотрю, только снимаешь, как ехать так не, блядь. Да кто-то должен же снимать. Что-то не видно, да? Что мы можем сделать? Руками его доставать. Переходите всех по очереди переводить руками. Не, там вон... А если, да, с газу наверх, а там уже ковырятся. Да на заднем перекладочку, чик, и поехал. Там упор, блядь, колеса, блядь, хуёвый. Само хуёво, что... Снимайте позор, блядь. Сейчас, блядь. Сука. 30 мотоциклов. Кстати, объезд. По 10 минут каждый. Не то, чтобы он там был. Мотоциклов, а... Короче, я думаю, сейчас понедельник мы тронем. Так а трактор здесь же не проедет. Да это ж интереснее. А вы... сюда, чем туда. Вы вообще все лучше. Давай мы приподнимем. Я лучше завернусь. Пиздец какой ты, блядь, хитрый. Ну это нормально. Ты заехал, заебись. Я тебе честно скажу. Это как это... Главное, что заехал. Ля ты крыса. Блёд.
Три мотика, стоим. Давай, снимай эту хрень, панель. Как ее сниму? Ну как же? Мы чуть выехали. Да. Вообще мы, блядь, уже думали, что все. Мы полулес объездили. Уже баки пустеют, блядь. Сидуху а мы уже один стоит 450, дальше чуть-чуть. А что с ним? На ПСО. А квадрик где? Так а что мы трогали? Знаю. Давай еще потрогаем. Не трогай. То есть ну, просто квадрик въебали? Ты сейчас повернешь, и тебя все опять отъебнет. Что стоит? Да замок сработал, он заклинивал иногда. А что с нычком? А, да? Я думал, вы нас ждете, а вы, короче, поломали. Да, тут уже никто никого не ждет. Тут уже все уехали. Ну тогда поехали. Просто по навигатору здесь едет. Аллилуйя! Немножко подклинило. Я делаю перчатки. Тут лежали. Я сейчас заеду и потом.